Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проиграть Человек-паука. Эксклюзивный платформа PlayStation 4. Ну что, второй там у нас эпизодик. Слушай, нельзя позволить Кувалде продолжать наращивать силы. Но его копатели легко проникнут на наши склады. Так что я распределю оставшееся снаряжение Соболя по городу. Ему придется гнаться за несколькими целями сразу. Ясно. Что от меня требуется? Защити перевозчиков. У нас будет несколько одновременных рейсов. Будь готов среагировать немедленно. Все понял. Как перевезем технику, займемся Кувалдой. Не подведи. От тебя зависит все. Нравится мне ее тон. Мне нужно будет найти время для Юри. От нее куча головной боли, но я не могу ее подвести. Посмотрим, смогу ли я подключиться к каналу полиции. Свободно. Повторяю, конвой 3. Дорога свободна. Какой я тебя пучу. На дороге вроде чисто. Врагов не замечено. Объект номер 2 готов к приему. Так, пока все путем. Я так и то испытание так не прошел. Я не забил сейчас. Да, мне неохота мне заниматься этим испытанием. Когда там авария какая-то была. А то что у нас полиция творится? Полиция перевозит свидетеля. Пойду следом, а то мало ли. Какого свидетеля-то? Тебе ведь уже есть новый адрес, да? Ладно, поехали. Окей, поедем. Свидетель может помочь в деле против Кувалды. Надо его защитить. Бля, ваши машины какие-то, блядь, не скучные. А я могу сесть нельзя на эту машину? Нельзя потерять свидетеля против Кувалды из виду. А вот и машина. Ни в коем случае нельзя терять конвой из виду. Я так бегу, ему как могу. Ну, поехали, блядь, пиздец. Просто. Что это за машина? Главный свидетель. Пора вздремнуть. Я знаю, вам очень хочется отвезти свидетеля назад к Кувалде, но, боюсь, не получится. Дурак что ли, блядь, дебил на. Че, все что ли? Пусть вы стреляете-то, а? Все готово. Удачи тебе. Пожалуйста, рад помочь. Свидетель смелый малый. Рад, что все в порядке. Погнали по заданию. Эту видео. А, мы уже в другом месте. Эй, Питер, ты все занят? Немного, Майлз. Что такое? Просто знаешь, у меня руки чешутся продолжить. Тренировки, работа над моими навыками. Да, мне очень жаль, но я так занят. Я знаю, знаю, у тебя много дел, но я подумал, может мне просто пойти с тобой? Пойти со мной? Куда? Ну да, пойти вместе на одно из заданий. Миссии, операции, или как ты это зовешь? Подраться с гадами во имя добра, ну знаешь, вот это все супергеройское. Мне кажется, что для этого еще слишком рано, Майлз. Но я ценю твое предложение. Почему? Видишь ли, это ведь не как в кино. Ты будешь в большой опасности. На улицах сейчас полно очень-очень злобных ребят.
но я должен учиться. Знаю. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Ладно. Спасибо. Чувствую себя стариком. Что, погнали на задание? Все-таки этот раз мы выслушали его, то, блин, тут раз я перебил его с квестом. Всем машинам остерегайтесь вооруженных налетчиков по пути следования. Вооруженные? Ненадолго. Что, погнали. Вообще не могу сесть на любую другую машину и все, блядь, и не париться, а. Они хуйней страдают, блядь. Остановить конвой! Нужно убрать снайперов и защитить конвой. Готов. Блять. Вы снайперы, блять, тупоёбы, блять. Теперь все снова в порядке. Человек-паук убрал снайперов, поехали! По всему пути расставлены снайперы, и им ничто не мешает. Опережу конвой и расчищу путь. Окей. Кувалда не должен наложить лапы на все это оружие и технику Соболя. А дебил где? Бейте его! Да, блядь, убей его нахуй. Дурак, что я? Я его задел! Нихуя я тебе ты задел мне. Найти, подойти и двинуть по башке. Что может быть проще? Будь свободен, вперед! И почему типы вроде Кувалды вечно хотят драться? Наверное, в детстве ему соску не давали или типа того. Не, это не интересно мне так. Какой человек-паук, бля, по земле ходит, бля. Ох ты, чёрт! Опять эти... Оооо, это хуйня. А машины так стоят, блядь. Они нашли нас! Защищайте технику Соболя! Сюрприз, сюрпризеры! Сюрпризеры? О да, это новое слово! У Кувалды наверняка есть крот с полицией, который сливает ему маршруты конвоя. Эй, ты тоже можешь смочить его. Какого хрена? А, вот с двух сторон, что ли, блядь, хидера. Бля, ебать, опасно. Иди, еще полиция. Больше... А, ладно, буду звать их ковырятелями. А ты не это будет их имя. Нихуя себе там, чё, бля. О, нихуя себе ты дурак. Ща вытащим даже. Я тебя прикончу. Заебали меня на самом деле. Вы это видели? Готово. Теперь копы защитят технику Соболя. Ну что, нормально все? Возле резиденции мэра опасная ситуация. Нечто выползает из-под земли. Немедленно нужна поддержка. Повторяю, нужна летим, поддержка. Короче. Вот тебе и все чисто. Мне пора. Похоже, что Кувалда объявил полиции войну
и Юри погрузилась во что-то с головой. Я знаю, она беспокоится о своих людях, но ей не стоит брать всю ответственность на себя. Сказал тот, кто всегда берет всю ответственность на себя. Правильно, да? Ха-ха, съебись. Вообще офигенно. Так, что у нас здесь творится? Ну разве это не отвратные штуки? Асфальт потом класть на мусор, а у пробок сколько будет? Вот что с тобой съебываю, с тобой, блядь, сука, еще эта хуйня летает, блядь, как мешается это все, блядь, а? Я попал уже, ёбка мать. Я тебя по стенке разложу. Граната! Нас стало мало. У них что, ковырятели не кончаются? Бля, нихуя себе. Как бы же чувак меня ударил. Ты пиздатый урод. Нихуя тут громила. Нет, с вами прям опасно сражаться. Сука! Похоже, они потеряли меня. Надо замочить его нахуй, дальше дебил, блядь, съебал. Блядь, двое еще нахуй, да. Они бывают, блядь, ебать, как будто глючные, охуенно. Хорошо, задел! Вот так, вот еще, 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 еще. Вот так, вот так и бить, и бить, и бить. Да ладно, бля. Замочи вот так, бля, заебал. Эй, паук, догоняй! Бля, черт, сука. Черт, они сбегают с техникой Соболя. Нельзя так подставлять Юрия. Я смогу, я справлюсь. Эй, паук, ты просто держись рядом, ага. Так и планирую. Хорошо, когда все идет по плану. Да ведь, паук? А план был такой, да? Охуенно просто. Дебил, пизда. Давно не виделись. Пошел нахуй отсюда, уёбок хуй. Пора на выход. Бля, нихуя-то останавливаюсь. Где только мощь нет. Еще одна, быстрее. Лечу как могу, блядь, давай сейчас быстрее, 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 еще быстрее.
Блять, вообще 10 метров не догоняю. Заебись, функция готова. Нет, сука. Вот и вижу их. Время на мушке. Ну давай, быстрее, пакер. Бля, не промахнулся, уроды. Время для пит-стопа. Все, нахуй отсюда тебе. Ты тоже отсюда нафиг пошел. Ну все одинаково, короче, без изменений. Я останавливаю машину. Жалко, машинка не использует так. Ну не важно на самом деле. Все, готово. Юрий, ты вовремя, я только что. Нет, здесь! Кувалда хотел тебя отвлечь, и ему удалось! Юрий! Вернись! Нет, скорее! Нет, нет. Зебите, куда дальше? Подготовьте в первую очередь и проследите, чтобы медики знали, с чем им придется иметь дело. Это была уловка, чтобы отвлечь меня от настоящей цели Кувалды. Ебать, заебись. Зачем он вообще напал на участок? Всю технику Соболя ведь вывезли. Похоже, Юрий в порядке. Физически, по крайней мере. Она, конечно, крепкая, но у всех есть свой предел. Охуеть просто, это пора событий. Мы здесь, рядом уже. Сейчас посмотрим, что дальше у нас будет происходить. Долго загрузка. Что тут у нас случилось? Слишком много пострадавших, пиздец. Вот это настоящая война, блин. О, нет. Мне жаль, Юрий, я должен был быть тут. Он точно знал, что ему нужно. Только забрать ящики с пометкой «Проект Олимп». А ты знаешь, что в них? Нет, но они у него. Мы его поймаем. Я знаю. Куда ты? Преподать кое-кому урок. Эй-эй-эй-эй! Дыши. Отойди, или я тебя арестую. Мы должны работать вместе. Катись отсюда, к чертовой матери. Бля, ебать она злая, пиздец стала. Конечно, ее люди погибают на этой войне, бля. А мы никак ничего не можем помочь. Все это точно получается. Добром не кончится. Ну что, поехали, полететь за ней, значит? Может, нам делать нечего, только сидеть за ней. И все? Эй, Человек-паук. А почему не за ней? Поверит, что так облажался. Этот взгляд Юрия. Нужно найти Кувалду раньше, чем она. Но как? Ни одной зацепки. Может быть, попробовать записи переговоров? Надеюсь, там будут упоминания Кувалды или Маджии. Какие записи? А пока я жду, рвану в город. Посмотрю, что творят люди Кувалды. Заебись, нахуй. Короче, хуйней страдай, да? Чё тут случилось? Нихуя, это как то? Чё-то я не понял нихуя юмора. Внимание машинам! Нам сообщают об атаках вандализма со стороны Маджи. Выдвигайтесь к музейной миле. Бегу я. Я думаю, им было бы куда проще вызвать себе такси. Горящая урна для меня? Ну, право не стоило. Валите его! Ну и мерзость! Это хуйня заебёт, блядь, блядь, а. Сверху! Нельзя подставляться под удар! Ну, сука ты, блядь, пидор, а. Убил он нахуй когда. Долго там размах делать, бля.
Надя, урну, бля, одень лучше, блядь. Валите его! Вы это видели? Бля, там чувак еще с мечом остался, и не только. А, это меч в шоп себе засунул, блин. Мало тебе! Готово! Люди Кувалды, да, самая большая неприятность для города после вони мусорных контейнеров. Все, сделано дело. Это было ужасно. Пожалуйста, всегда рад помочь. Что нам делать теперь? Просто летать, ждать, когда это... Такси будете звать, да? Постам. Есть сообщение, что Маджия готовит расправу. Окей, ты хорошо. Ты можешь на происшествии в Вандербилде. Потому что я уверен, добавим паука и доделаем работу. Посмотрим, как вы справитесь с тем, кто не связан. Блядь. Вот вы зачем вы мирные жители, блядь, убиваете, а? За что они вам сделали, блядь? Он у вас бизнес не отнимает, нихуя. Все, готово. Ничего, уверен, что в тюрьме вам дадут не менее стильные костюмчики. Спасибо, человек. Не смотри на меня. Стоп, кажется, поиск что-то нашел. Повторяю, сообщается о выстрелах в заведении Кувалды, безымянном баре. Свободным машинам выехать! Кто-то налетел на безымянный бар. Нужно успеть туда раньше полиции и выяснить все, что смогу. Бля, а что-то фотка-то я не пойму. Можно селфи? Человек-паук! Мистер-герой! Простите, я занят. Город в опасности. Бля, далековато лететь. Ну, прилетели, значит. Может, нашим заданием уже будем заканчивать за это. Ну, посмотрим, как будет по времени. Да, далеко лететь. Ебать, мы там, блядь, присели на машине. Немедленно отозваться на сообщение о снайперах. Простите, я занят. Кувалду посадим, я теперь перестану сражаться, вот чё. И чём в ряд три, блядь, ебать. Они между собой ещё... А вообще тонны все вместе, я так понимаю, да? О, тебе еще не сегодня хватало здесь. Сегодня только фактор всей зоны здесь. Маджи выносят бандитскую... Чего? Он что так быстро? Так, я вроде... Всем нарядом сообщаю, что вагоне на дорогах видишь жестоко. А что тут случилось вообще? Нихуя себе, не она случайно это все сделала, да? Кто это мог сделать? Юрий? Ну она так не могла сделать, каким чудом ты это сделал-то? Никогда не видел, чтобы Юрий так срывалась. Эй, а что это? Наш паучок. Давайте посмотрим. Паукобот! Ух ты! Не верится, что ты смог тут уцелеть, приятель. Это телефон? Винни звонит. Ну, привет. Джина, ты куда пропал? Девка Коп разгромила склад на третий. Девка Коп? Ванна, вата, набы, что ли? Все тут разнесла. Я отвожу своих ребят в больницу Милосердия, а потом еду к остальным подготовиться. Подготовиться? А что там у нас сегодня? Ты там что? Башкой ударился, что ли? Большой шоу! Все должно быть четко. Так что давай собирайся и дуй, куда договорились. Окей. Большое шоу? Кувалда запланировал что-то особое для донов. Надо выяснить, что.
Лучше всего будет выследить этого Винни. Надо успеть в больницу вовремя. Когда Юри поседала участок, она сказала, что собирается преподать урок страха. Но дело даже не в этом, а в выражении ее лица в тот момент. Я часто видел такое у бандитов, но не у полицейских. А что, думаешь, она бандитом станет? Свою банду создаст, да? Блядь, ебать, как она так все разнесла-то одна? Очень нереально просто. Больница милосердия. Так. Отслеживаю все телефоны, звонившие в последние 5 минут. Если наш друг Винни еще здесь, я смогу его вычислить. Надеюсь. А потом следить за ним, да? Сигналы есть, но мне надо подойти ближе, чтобы сверить код Винни. Окей, сейчас сделаю. Остается изолировать сигнал. Нет, это не Винни. Окей. Бля, ты прыгаешь сейчас по временами. Странно. Вот бы это был Винни, вот бы он. Не он. Продолжаем искать. Только бы Винни. Это не он. Черт. Где у нас еще здесь? А, вижу. Кажется, этот подходит. Не он. Не то. Нужен. Он должен быть еще тут. Чехол-то гоняешь, да? Чувствую себя шпионом. Давай же, ну. Да! Да, вот. Это он. Зайдите. Спасибо, Винни. Нахуй она просто. Вот и Винни. Надо держаться рядом. Но не слишком. Винни сказал, что у Кувалды на сегодня запланировано шоу. Сомневаюсь, что оно на Бродвее. Или на другой сцене. Или хоть в кружке самодеятельности в окрестностях Бродвея. Ну уже, Винни, давай. Ты последняя надежда. Садиться в машину. Это ты зря, Винни. Будет нехилый штраф за парковку. Кувалда затаился после того, как похитил остальных донов. Скорее всего, это связано с ними. Мне просто нужно выяснить, где Кувалда, и найти его раньше Юри. Бля, скорость у него неплохая. На 100 метров отстаём. Боже, Винни, я не собираюсь учить тебя водить, но ты бы хоть притворился, что соблюдаешь правила. Винни, охуенно имя, бля, пиздец просто. Винни. Нихуя, порт 5. Вот значит, где Винни встречается с остальными. Нужно послушать. Вдруг удастся разузнать еще что-то о большом шоу. Заебись, еще подслушивать надо, блин. Когда мы отправляемся на стройплощадку? Позже, сейчас свет не тот. Любит он представление. Ладно, скажи, если встретишь Джина, а? Я сказал ему ехать сюда. Что бы сегодня ни случилось, это будет на одной из стройплощадок. Но на какой именно? У Кувалды их с полдюжины. Ты не очень наблюдателен. Где у нас разговор есть, я не знаю. А, вот они, наверное, да? Что это? Отдохни-ка, парень, я тебя подменю. Стой! А мы идем на восточную сторону или западную? На западную, осел. Ты чего? Да, прости. У меня беда с ушами. Самого бесит.
Стройплощадка на западной стороне. Теплее, но все еще недостаточно. Надо продолжать слушать. Окей, окей, окей. Вот я знаю, что там на той стороне есть. Вот он, разговор. Я слишком далеко, что ли? Где там Джино? Он должен был заниматься цементом. Шоу начинается ровно в 9. Нельзя лажать. Я проверю мешалки. К 9 будут готовы. Обещаю. Начинают в 9. Уже что-то, но все еще нужно место. А теперь тихий час. Что? Привет, сука, Человек-паук. Ты что, не можешь, бля, прилепить, что ли, блядь, а? Способность теряется, что ли? Двигай к станции А на 34-й. Ветка G вообще не идет на Манхэттен. Ты что, дурак, что ли? Да перестань, я из Джерси все-таки. А на 34-й, ясно? Боже. Стройплощадка на 34-й. Это Хадсон Ярдс. Ясно. Кувалда что-то запланировал сегодня ночью в Хадсон Ярдс. Придется сделать так, чтобы эти парни потом не прибыли на подмогу. А это что, безопасно, что ли? Как этого пидораса, бля, убить, а? Это нахуй, вовсе. Они все в опасности. Ебали. Что это? Надо было сначала открыть. Улетел нахуй отсюда. Да, размечтался, блядь, сука. Так, сейчас всех замочим. Добить его. А ты откуда взялся вообще? Так, с ними покончено. Похоже, что шоу будет сегодня. И что-то мне подсказывает, что оно закончится не хэппи-эндом. Ну что, все замечательно, все просто супер. Ладно, вот и вечер. Пора на шоу. Окей, надеюсь, на шоу. Я правильно одет. Окей, на шоу мы пойдем и уже в следующей Кувалда серии. Не может быть обычным мафиози. Управлять мусорной империей. Носить дешевые костюмы, есть спагетти и периодически пытаться мошенничать. Откуда у него такие непомерные амбиции? Наверное, все из-за пластины. Вот на этой ноте надеюсь, мы что все еще опережаю Юри. Если она окажется лицом к лицу с Кувалдой, то такого может натворить. Да-да-да, все поняли, мы человек бог тебе. Ну что, на этой ноте остановимся, увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам и пока.